нам сегодня в подъезд забрел лосенок. Я говорю потихонечку, потому что могу его напугать. Сейчас я его сфоткаю. Кругом оцепление. Иду. Сейчас, получается, от Ленинградки до Истры. Делают вас все дорогие. Вот он стоит. Ну, большой уже подросточек, не совсем маленький. Откуда он забрел? Из леса. Стоит такой напуганный весь. Водички ему принесли. Ждут, когда приедут зеленка. Рожок, что ли, у него сломан один. Кровичка течет. Малыш. Стоит, как замер, не шевелится.